Разборка камеры. Снимаем кольцо вот здесь вот по кругу бумажное. Откручиваем все болты по периметру. Вот их столько. Дальше откручиваем сзади болт. Дальше, чтобы разобрать, нужно вот эту панель снять сюда. А эту поднять наверх. Она легко не поднимется. В два этапа поднимается, потому что она по краям защелкана вот на эти две эти самые защелки. Вот так здесь крепление. Вот, дальше. И вот здесь она еще держится за это. Разбираем три болта, снимаем с этой штуки и открываем ее. Так. Открываем. Вот так вот она открывается. Дальше здесь вытаскиваются запчасти. Вот так вот сюда. И вот эта панель обычно, она трескается. Вот здесь я уже ее ремонтировал. Она трескается при падении, и двигатель надломляется. Вот, я ее заклеил, поставил. И калибруется она сама, то есть у нее ограничители вот эти стоят, чтобы не дать ей низ упасть, то есть ниже она не откроет. Вот. Сейчас причина разборки была понять, почему она не опускается ниже. То есть она не может вот так вот приоткрыть щель себе наверху. Она вот упирается в эти стопоры и снимает. И, конечно, она может спрятаться наверх полностью, чтобы там никто не видел, что вы делаете. Вот. Такая инструкция. Сейчас буду все собирать обратно.